Неординарное мероприятие ожидало сегодня старшеклассников городской школы номер 1 по окончании уроков. Сотрудники МЧС не стали проводить для них традиционную лекцию о мерах безопасности, а на собственном примере показали преимущества хорошей физической формы и здорового образа жизни. Автором этой своеобразной акции стал инспектор по пожарному надзору Иван Алешин, который лично и воплотил идею на сцене. Словно проволоку он гнул гвозди, вколачивал их рукой в доску. Ей же выбивал из стеклянной бутылки дно, а воздухом рвал грелку. Не повезло также отрывному календарю, но теперь школьники знают, как разделить год на два полугодия. После представления прошли многочисленные конкурсы, в которых принимали участие старшеклассники. Слабый спасатель не сможет вытащить человека из горящего дома, не сможет потащить рукавную линию к очагу пожара для того, чтобы его потушить. Поэтому во время службы постоянно происходят систематические занятия по физической подготовке. У сотрудников регулярно принимаются зачеты по определенным дисциплинам, проводятся эстафеты, в рамках которых сотрудники соревнуются, выявляются лучшие, и определенные недочеты устраняются. Представление очень понравилось. Я думал, что покажут представление, будут рассказывать, как, что плохо, что хорошо, что дома нельзя делать, чтобы возгорание было. Я не думал, что будет конкурс. Мне, в принципе, очень понравилось, сам участвовал. Спасибо большое ведущим.